Сигнальный индикатор для бинарных опционов BINLEX крайне прост в использовании, поэтому торговая система, основанная на его показаниях, может быть рекомендована даже новичкам, только начинающим знакомство с финансовыми рынками. BINLEX был разработан специально для торговли бинарными опционами. Его сигналы появляются достаточно редко, но использование индикатора на нескольких активах одновременно позволяет получить достаточное количество торговых рекомендаций. Это недорогой платный индикатор, и продается он по цене всего $29. Но перед покупкой хотелось бы убедиться, что его торговые сигналы достаточно точны и прибыльны. Скачать BINLEX в ознакомительных целях можно на нашем сайте по ссылке в описании к этому видео. Как и все индикаторы, BINLEX устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. А кто не знает, как это делать, ищите ссылку на инструкцию в описании к этому видео. BINLEX дает два типа торговых сигналов. Основной стрелочный, отображающийся в подвальной панели, и подтверждающий сигнал в виде прямоугольников красного и зеленого цвета на графике. В подвальной панели находится осциллятор, на котором и основаны торговые сигналы, и он несколько напоминает стандартный стохастик, но в отличие от последнего использует три скользящие линии. Значимых настроек для частоты, чувствительности и алгоритма появления торговых сигналов у BINLEX нет, но настроить время торговли, визуальные параметры индикатора и алерты оповещения тут можно. Индикатор предназначен для использования на M5 таймфрейме, а появление торговых сигналов происходит примерно 3-5 раз в день. Такая небольшая частота сигналов компенсируется тем, что BINLEX неплохо справляется с фильтрацией сигналов, поэтому индикатор не требует внесения никаких дополнительных инструментов, фильтров и правил торговли, кроме использования показаний этого индикатора. И правила торговли бинарными опционами по индикатору BINLEX действительно сводятся к двум простейшим условиям. Для покупки опциона Call необходимо: первое, появилась зеленая стрелка вверх в подвальной панели. Второе, свеча, на которой появился сигнал, выделена зеленым прямоугольником на графике. Таймфрейм используем только M5. Экспирация 3 свечи. А для покупки опциона PUT необходимо: первое, появилась красная стрелка вниз в подвальной панели. Второе, свеча, на которой появился сигнал, выделена красным прямоугольником на графике. Заключение. Как видите, индикатор BINLEX дает очень простые и понятные сигналы, и даже начинающие трейдеры без проблем смогут сразу начать торговлю бинарными опционами. Но мы настоятельно рекомендуем, особенно новичкам, сначала попрактиковаться и потестировать работу BINLEX предварительно на демо-счету. Торговать на реальном счету, используя сигналы BINLEX, мы рекомендуем на платформе того брокера, который практикует выплаты более 80% по многим торговым активам. Найти такую площадку можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов по ссылке в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!